Как известно, о вкусах не спорят, и тем более, когда дело касается еды. Если раньше в городе было довольно непросто найти универсальный ресторан, где за одним столом могут собраться и любители мексиканского буррито, и ценители средиземноморских блюд, то теперь такой появился. Он распахнул свои двери в одном из самых популярных мест Щелково – торговом центре «Этажи Флорс». Подготовка к открытию заняла долгие месяцы, и вот наступает долгожданный момент – пора перерезать красную ленту. Исполнили эту почетную миссию лично президент компании «Грант», депутат Щелковского совета депутатов Григор Агикян и бренд-шеф, обладатель звезды «Мишлен» Моисей Маликов. Свою звезду Моисей Маликов привез в Щелково вместе с этой наградой и вдохновение на создание кулинарных шедевров. В планах у него не только удивлять посетителей фудкорта разнообразием в меню по весьма доступным ценам, но и проводить мастер-классы, учить людей готовить с любовью. Сам бренд-шеф признается, для него создание блюд подобно искусству. Я художник, я рисую блюда. Звезду я привез сюда, привез в город Щелково звезду. Мишлена, в 2020 году я ее получил во Франции. Стал трехкратным чемпионом мира, получил звезду и диплома от самого Мишлена, от Гордон Блю и от Жульена. Для щелковского народа я, в принципе, сделал здесь сказку, именно сказку. Тести Фуд – самый крупный фудкорт в городе. Рассчитан он на 250 посадочных мест. Более 80 человек будут трудиться над созданием блюд и обеспечивать обслуживание. Стоит отметить, сама концепция фудкорта предполагает постоянное совершенствование и обновление меню, чтобы каждое пребывание здесь напоминало гастрономическое путешествие в разные места земного шара. Фудкорт просто поражает многообразием представленных блюд. Итальянская кухня, японская, восточная, различные десерты, глаза просто разбегаются. И нужно сказать, что даже истинный гурман будет приятно удивлен. Убедиться в этом смог каждый, кто посетил фудкорт в день его открытия. Нам очень понравилось, очень вкусно было. Ребенок доволен, да, Максим? Здорово. Я желаю успехов этому месту, процветания, чтобы как можно больше здесь было гостей. Мне как маме очень приятно, что у нас в городе открылось такое замечательное кафе. Огромный выбор продукции, есть большой выбор еды и для детей, и для взрослых. Но больше всего впечатлил ассортимент детских сладостей и очень вкусный кофе. И, конечно, какой праздник без развлекательной программы? Гостей Tasty Food в этот день ожидали приятные сюрпризы. Анимация для самых маленьких, выступления оркестра и кавер-групп, фаер-шоу, а также денежная лотерея. Первым победителем стала жительница Щелково Ольга. По ее словам, в свою удачу верила. Да, ожидала. Но я думаю, что каждый человек хочет этого, поэтому почему нет? Вернетесь сюда? Обязательно. В день открытия фудкорта каждый его гость мог насладиться вкусной едой, послушать приятную музыку и просто приятно провести время в компании друзей и близких. Однако это лишь начало гастрономического праздника, который в Tasty Food обещает быть каждый день, радуя посетителей своей атмосферой и блюдами мировой кухни на любой вкус. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.